Бери этот ключ и крути вправо! Сука, вправо! Да, вот так. А я их пока задержу. Мать, да ты при арсенале, блин. Ты что задумал? Так. Два года мне покой не давали. Получите! Чтоб вас собаки трали. Черт! А это у тебя откуда? Ты малой. Может, лучше я? Ключ держи. А я уж тут сама. Необходимо найти способ открыть бронедверь. Ясно. Мощные атаки робота. Да они все мощные. Атаки, выполняемые роботом в состоянии энергетического спектра. Уничтоженных роботов находится капсула с импрегом. Нейрополимерным реанимационным медикаментом. Извлеките ее и используйте для экстренного восстановления повреждений. Thank you.
И восстали машины из пепла. Позвольте совет. Ты что, не видишь, я занят? Старайтесь не пропускать мощные атаки робота. Да они все мощные. Атаки, выполняемые роботом в состоянии энергетического всплеска, особенно мощные. Они способны сбивать вас с ног. Твою мать, ты чё сразу-то не сказал? Восстали машины из пепла. Позвольте совет. Ты что, не видишь, я занят? Старайтесь не пропускать мощные атаки робота. Да они все мощные. Атаки, выполняемые роботом в состоянии энергетического всплеска, особенно мощные. Они способны сбивать вас с ног. Твою мать, ты чё сразу-то не сказал? Твою мать, какого хрена здесь все везде заперто? Как только роботы стали нападать на людей, был активирован экстренный протокол. Территория предприятия 3826 блокирована, включая внутренние сектора. Ну и как мне открыть эту дверь? Данную дверь удерживает электромагнитный замок. Значит, его можно вырубить электромагнитным и... Что-то не так. Твою мать!